Ну расскажи мне, ты сказала, что у тебя, ты сделала зуб у стоматолога, да? Да, частника. А что конкретно ты сделала? Коронку или пломбу, или что это было? Пломба с коронкой. То есть она, короночка эта вставляется на мой зуб. То есть металлическая желтая такая коронка. Да, да. Поставила на зуб, да. Так? Она субботненькая. И она у тебя спала. Она не, коронка не должна быть субботненькая, ты же понимаешь. Она там, ну она постоянно там должна быть, правильно? Ну да, конечно, постоянно. Вот. То есть она у тебя через два дня спала с зуба, ага. Да? И ты пришла через два дня. А ее нет уже. И она сказала, ты кому-то про эту историю рассказала? Ну, я даже в администрации пришла, говорю, вот такой-то я лечила зубы, вставляла. Она мне говорит, она уже улетела. Так она, а ты спрашивала, на сколько она улетела? Может, она улетела на месяц? Улетела, вообще. На ПМЖ? Рассчиталась, да. Это они так сказали вообще? Да. А ты спрашивала, когда она вернется? Не спрашивала. А папе ты рассказала про эту историю? Ну, конечно, и папа у ней же тоже лечился. Понятно. То есть она под конец, перед отъездом в Израиль, нагадила, сделала тяп-ляп? Да. Потому что она всегда тяп-ляп делала. Понятно. Но тебе надо было спросить в регистрюре, когда она возвращается. Сомневаюсь, а фамилия, ты ее фамилию знаешь? Не помню. То есть ты не знаешь, не, надо знать фамилию, имя доктора и так далее. Окей, guys, you can go on computer now. For 20 minutes. I don't think they have password. Okay, go. I will come to help you in 1 minute.